Не пропускать скорую помощь на российских дорогах станет дороже. Увеличение штрафов обсуждалось с 2017 года, но недавно закон был принят парламентом, а теперь подписан президентом России и вступил в силу. Теперь водителей, которые не пропустили машину скорой помощи, начнут штрафовать на 5000 рублей. Напомним, ранее сумма санкции была в 10 раз меньше и составляла 500 рублей. Кроме того, нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от 3 месяцев до 1 года. Если же действия автомобилиста нанесли здоровью пациента тяжкий вред, наступает уголовная ответственность, и водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет. В случае смерти пациента виновник может провести в тюрьме до 4 лет. Тюнинговые фирмы не часто интересуются электрическими автомобилями. Но вот исключение из правил. Tesla Model 3 попала в руки ателье Navitec. Инженеры ожидаемо не вмешивались в технику, зато навесили сплиттер, накладки на пороге, диффузор, спойлер и кованые колесные диски диаметром 21 дюйм, которые можно окрасить в один из 72 цветов. Детали аэродинамического пакета могут быть на выбор с видимым плетением нитей углеволокна либо с окраской в цвет кузова или контрастной. По желанию клиента подвеску могут занизить на 30 и более миллиметров. Напомним, базовая заднеприводная Tesla с мотором мощностью 258 сил ускоряется до сотни за 5,5 секунд и способна набрать 225 км в час, а ее запаса хода хватает на 409 км пути.